Привет, друзья, с вами Странник, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Pine. В прошлой серии мы с вами нашли убежище древних, нашли брата Южа, и нам дал задание найти жетоны. У нас почти все есть, остался жетон охранника. Судя по всему, его нужно найти возле какой-то деревни. Пойдемте попробуем на кого-то напасть. А, вот это, наверное, есть развалины? Или нет? Ну, какой-то механизм вижу. Но он ни к чему не присоединен. Может, какой-то тренировок. А, нет, вон что-то есть. Ну, такое себе. Если так можно залезть. Ну, не знаю, что тут. Поварёшка какая-то. Может быть, какой-нибудь тренировочный полигон у меня потом заставит по нему бегать. А вот, кстати, какая-то задумка лежит. А вот туда что по... О, сфера. Это мне надо. Так, давайте возьмем рогатку. Стрелы тратить не очень хочется. И задумка у нас в кармане. Что здесь? Отвар жизненной силы. О, зелье полностью восстанавливает здоровье. Хлопушка есть, а у меня еще взрывная растяжка. А, это просто испугать, а это, наверное, чтоб убить. Забавно. Можно всякие ловушки ставить. Стой, ты кто? Воу-воу-воу. Тихо. Давай я похаваю сначала. О, надо собирать. Воу-воу-воу. Вроде бы мне дым этот не косит. А вот это было больно. Да. Так. Собиратели, эссенция скрытых. Шишки. О, трофей. Ну, мне он не нужен. Мне нужен... Охранника. Охранник это рядом с деревней по-любому. Штука для пожертвования. Еще одна. Ну давайте. Вон, по-моему, торговец, да, бежал? Мне нужен охранник. Так, это что? Какая странная метка. Эта территория для нас священна. Мы всегда будем сражаться за эту деревню, так как это наша столица. Ага, давайте это будем охранника. Это вот это, наверное, охранник, да? Да-да-да, вон книга синяя. Тихо. Воу-воу-воу, там еще один пришел. Много прошло. Бежать. Какая-то херня. Похаваем. С двумя. Мне вот только об одного.
Бежим, бежим, бежим. Воу, подожди. Блин, а как я второго спнул? Блин, надо было просто ударить и отойти. Сейчас буду мучиться. Воу-воу-воу. Подожди. Стой. Стой, 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 стой. Живу. Так, я собрал. Теперь я хочу свалить. Нет, я свалить хочу. Все, 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 я пошутил. Больше не буду. Убегаю. Ой, там тоже кто-то дерется. Лис с петухом. Вот лис, я вам помогу. Переагрей. Фейся. Че-се, баталия. Петух сильней. Так, я пока покушаю. Я тут при чем? Я рядом проходил вообще. Почему он все другу не помогает? Почему они на меня загрелись? Что за беспон? Упертая курица какая-то. Давай, Лиз, бей ее. Я им даже ничего не сделал, а он у меня заагрился так. Штуку какую-то подобрал. Жетон. Я так понимаю, жетоны мне могут пригодиться. Гладкая жемчужина. Чё, всё? Ткань. Валун. Я могу что-то скрафтить? Давайте стекло хоть скрафчу. Немного мне освободить место. Гладкая жемчужина. А из еды у меня что-нибудь появилось? Не, не хочу ховать, у меня все полное. Блин. Так, нужно мне ближайшее подношение. Оно вот здесь, да? Обратно вернуться. Я надеюсь, не пропадут. Пойду немного скину. Давайте скину, что вам тут нужно. Стекло, да? Стекло вы хотите, любите. Давайте тебе все одно стекло. Не, ладно, все, отдам стекло. И железо все отдам. И перо отдам. Валун не отдам. Песчаник отдам, кость отдам. Вот это отдам. Вот это мне вроде ничего с ним не могу делать. Шишки. Ну, тоже отдам. Отлично. О, кстати, сверху еще надо забрать.
плохо, что на карте подписывать нельзя. Там, допустим, железо бы, да, пометил. И когда нужно было бы, пошел бы там. Уже точно знал бы, где оно находится. Так, мне тут лут оставили. О, рогач. Так, мне нужно было что-то скрафтить с рогачом. Ага. Зелье силы, но теперь у меня нету других ресурсов. Так, ладно, побежали. Получим бочку, которую нам там нужно было сделать. Интересно, что вот это, мне кажется, потом можно будет выкапывать. Какую-нибудь лопату мне дадут. О, нашел графит. Опа. Отлично. Я скоро ключ, наверное, смогу сделать. Все, нашел. Ты вернулся живым, честно говоря, я приятно удивлен. А то, пора переходить к делу. Держи план повышения эффективности. Отличный подарок жителям любой деревни. Отдай его им и увидишь, что будет. Я лично проверю результат, когда ты их осчастливишь. Предметы влияния нужны, чтобы в течение определенного времени влиять на деревню и изменять поведение их обитателей. Они могут либо помочь поселению, либо наоборот ему повредить. Эти предметы становятся активными, как только попадают в деревню через... Ну, я тебя уже читал. Так, а как это выглядит? Нет, не понял. Мне надо скрафтить. Ух ты. Давайте скрафтим. И что дальше? И мне с кем-нибудь надо получить отношения? Что там шумит такое? Ну, давайте вот этим петухам. Где-то тут у них вот подношение было. Монетный двор. Вражда. Чё-то ничего не понял. А, нужна дружественная деревня. Ладно, побежали тогда к тому, к тем костоломам. А, вот уровень развития 3. Да? Скрытники, уровень развития 3. Ладно, побежали за костоломом. Там все-таки у меня уже побольше с ними отношения. И там заодно малышу дадим сферы эти. Так, я промахнулся, сорян. Оу, и мне досталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. Подожди, давай шишку сидим. Ресурсы типа дерева проще всего добывать, это когда вот с враждующей деревни убивать собирателей. Так, я могу ли создать задумку силы, зелье силы? Мне нужно стекло, а стекло я пока тоже не могу сделать, потому что сухая глина нужна. Блин! Надо было одно стекло оставить все-таки. Ладно, может, еще найдем по пути. Или как-нибудь, знаете, бы отмечалось, где я собирал что-то, ну... Типа, блин, помнить все наизусть, ну такое себе. Че, ничего нету? Странно. Так, мешок полон.
слоновья шкура тоже не влазит. Ай, ну ладно. Древесина пригодится. Чтоб валуны найти, можно было бы стрелы покрафтить. О, нашел для ключа. Как раз, может быть, и еще смогу скрафтить ключ и забрать в сундука лут. Сколько у меня уже графита? 8, как раз. Слушайте, все, я собрал. Ну, тогда тем более бежим в ту сторону. Подожди, а мешок... Он еще и ограничен количеством. Ой, вообще, конечно, отстой. Плохо, плохо. Я думал, хотя бы по количеству не ограничено. Тут мало того, что ячеек так мало, так еще и... И по количеству ограничен. Мох. Мне мох тоже нужен. Бросить. Давайте мох соберем. Мы тут сразу из него сможем что-то скрафтить. Кстати, стрел могу скрафтить. Немало. Стекло пока не могу. Ага. А я создать не могу, потому что мне тупо некуда его положить. Да? Блин, конечно, плохо, когда толком у тебя ничего нету. Давай это бросить. Скрафтим бечевку. Бечевку скрафтил. Теперь могу скрафтить тунику. Вот, могу ее одеть. Стал покруче. С этим, интересно, могу что-то сделать? Ничего не могу сделать. Так и лежат. Ну ладно, пускай лежат. Теперь мне бы еще штаны скрафтить. Штаны. Нужно бечевка и много мха. Мха у меня нету. Так, тогда давайте дальше что? Мне нужно стекло. Сухой глины нету. Здесь этих тоже нету. Я могу скрафтить еще бечевку. И сделать взрывную растяжку. Наверное, пригодится. И еще две бечевки могу сделать. И сделать хлопушку. Ага. И еще могу стрел сделать. И в итоге что я имею? О, их не по одной штуке крафтится. Это хорошо. Так, ну вроде бы смог запихать жемчужину. Немного приоделся, у меня туника теперь другая. Надеюсь, что мешок будет не плюс одна ячейка. Хотя бы еще плюс один ряд. Вот мох. Мох мне нужен. Так, не могу полон инвентарь. Понятно. Блин, что делать? Тут надо 6 мха. Бечевку, в принципе, можно найти. Так, нет, мох надо по-любому собрать. А что мы тогда выкинем? Давайте вот эту... Шишку бросим. Ой, вроде, короче, сложил. Да, с инвентарем тут проблемы явные. Где-то там моя деревня была. Интересно, я могу сейчас прибежать обратно? Да иди ты. Воу-воу-воу. Как ты так стреляешь? Походу на... Воу, увернулся. 15 тебе. Походу реально... Нет. Надо запоминать, где что здесь растет, чтобы потом за этим бегать. Мох. Жетон торговца. Так, ладно. У меня тут есть поблизости, где что сдать. Сейчас дадим. Еще потом придем, поторгуем. Так, а эта хп штука не восстанавливает. Плохо. Не вся, короче, да, восстанавливает хп.
Так, что мы хотим тебе отдать? И теперь вот это. Введено новое понятие. На Эвольмаре теперь доступен план повышения эффективности. Это знание и его разновидности начнут разноситься по острову группами торговцев. Деревни, на которые будет влиять этот эффект, начнут производить более прочное снаряжение и будут расширять свои границы быстрее с меньшими затратами. Блин, понять бы еще что-то за границы. Ну ладно, давайте с ними, они вроде рядом с нами. Хотя на самом деле мне он тебе нравится, там рыбаки все-таки. Это источник пищи. Ладно, пойдемте посмотрим, что у нас в деревне изменилось. Я здесь могу запрыгнуть, чтобы не убегать. Отлично. Вон вижу торговца. Оу, не выкуйте. Так, что у нас тут появилось? Вот тут дофига дерева просто. Ткань, щитки. Ну, задумку я бы купил бы по-любому. На тебе железо. На тебе усики, шишки. Так, а что я хочу еще? Я хочу мох. И все, наверное. Ну, если честно, не совсем понятно. Но он светится, а что дальше? Ну, ничего тут такого крутого я не вижу. Так, новые задумки. О, наручи на 3 звезды и щитки на 3 звезды. Прикольно. Слоновья шкура знаю, зубной камень. Не знаю, где взять их. Печевки, ну знаю. Кости. Не особо. Блин, надо создать. Надо прям поохотиться. Зубного камня тут нету. Ну ладно, понятно. Короче, возможно, будут какие-то лучшие задумки. Может быть, если ткань откупить... Давайте, ладно, для того, чтобы посмотреть, что эта ткань даст нам, купим ее. На тебе вот это. На тебе вот это. Ага, то есть он еще может не согласиться. Ладно, давайте чуть позже посмотрим. Мне... Нужно вещи пособирать. Так, что ты хочешь сказать? Человек, поначалу ты не вызвал нас доверия, но ты подарил нам план повышения эффективности. Ну да. Вот это да, как здорово. Ух. Наших строителей и мастеровых переполнило вдохновение. Я буду держать тебя в курсе их достижений. Пожалуйста, загляни ко мне, когда будешь готовым произвести улучшение. Я готов. Помоги деревне вырасти, как? Не понял. Как мне помочь вам вырасти? Как мне помочь им вырасти? Я вообще не понимаю. Может, описание как-то будет сделано? Сказано. Нет, я не понимаю. Ладно, может они со временем как-то материалы будут. Пойдемте сбегаем к малышу, отдадим эти сферы. Ну, а дальше уже подумаем. Так, кстати, ключ. Я могу скрафтить ключ. Давайте сразу скрафтим, да посмотрим, что там. Снаряжение. Переоденем рогатку, чтобы стрелы не тратить. Новая задумка, меч. Мне меч новый дали. На 2 звезды. Большие шишки. Я почти могу его скрафтить. Шишки нужно только найти. Ладно, побежали в пещеру. Пробежал к малышу. Прекрасно, я как раз закончил твой новый мешок. Отлично. Следующий будет еще лучше. Маленький человек, найди сферы. 25 штук, и он твой. Блин.
Придется как следует поискать, но судя по этому мешку, дело того стоит. Так, улучшение мешка. Оо, сразу на два ряда. Отлично. Вот это мне нравится. Хорошо, на этом серию я закончу. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, что об этом думаете. И до новых встреч. Пока-пока.